Здравствуйте, друзья. У нас вопрос. Мы с женой уже бывали в США по work and travel еще в 2007 году. То есть людям где-нибудь к тридцатнику. Нам понравилось, и мы решили, что обязательно вернемся туда жить. С тех пор я освоил профессию разработчика мобильных приложений. И вот теперь мы с женой и ребенком уже имеем туристическую визу на руках и планируем лететь в США в первых числах января. Да, для тех, кто будет смотреть позже, ну, через полтора месяца, значит, уже собираются лететь. Нам удалось скопить сумму около 10 тысяч долларов. Плюс я имею долгосрочный заказ на удаленную разработку приложения, которое оплачивается 3,5 тысячи в месяц, что хорошо для Украины, но маловато для США. Хоть текущий заказчик и является стартапом из Нью-Йорка, но до тех пор, пока их приложение убыточное, рассчитывать на особую поддержку с их стороны мне не приходится. Одно я знаю точно, что они будут продолжать со мной работу по фриланс-контракту, независимо от места моего пребывания. План у нашей семьи сейчас такой – уехать в США, в дешевый штат. Оцениваем дешевизну по стоимости аренды квартиры. Хотелось бы уложиться до 1500 долларов, включая utilities, там, вода, электричество, там, мусор и т.д. Получить разрешение на работу, по моим расчетам, нам удастся где-то через год после нашего прибытия в США. То есть, до того времени нам придется рассчитывать на текущий доход. В течение этого года я планирую искать другой фриланс-контракт на удаленную работу, который сможет приносить нам уже около 70-80 тысяч в год, а также подрабатывать, преподавая курс мобильной разработки новичкам. Отсюда второй критерий к штату-городу – это близость IT-тусовки, которая будет полезна при поиске как работы, так и желающих научиться разрабатывать мобильные приложения. Коротко говоря, я прошу посоветовать штат-город, где есть возможность снять более-менее приличную квартиру дешево, но при этом, чтобы IT-индустрия в нем была развита достаточно хорошо. И, кстати, о сумме наличных, которые можно ввести в США. Без декларирования можно ввести в США 10 тысяч. Это сумма на человека или на семью, вы не знаете? Максим. Ну, что же, давайте мы Максиму ответим. Ну что же, друзья, я скажу, что первое, что мне так приятно было увидеть в письме Максима, это то, что люди приехали, посмотрели, им понравилось, и он, двигаясь в этом направлении, решил стать разработчиком мобильных приложений, стал таковым, зарабатывает, я бы сказал, чудовищные совершенно деньги там для современной украинской реальности, 3,5 тысячи долларов в год, потрясающе совершенно. И вот дальше мы должны оценить план, как бы, да, то есть фактически нам предлагается оценить план. Ну, давайте мы попробуем. Значит, он получает 3,5 тысячи долларов и считает, что в Соединенных Штатах этого маловато, а вот там, хотя в Украине там может быть нормально, но в США маловато. Но я бы сказал, что в США, там на 95% территории США, это совершенно нормальные деньги, это 42 тысячи в год, да? Плюс он еще и налогов с этого не платит, поскольку как бы иностранец получает деньги на, там, на счет в каком-то там банке зарубежном и так далее. То есть он еще и не должен никому никаких налогов пока. Поэтому турист, одно слово. Так вот, что мы имеем, это все равно, что получать, допустим, я не знаю, там тысяч под 60. Может быть, не 60, но почти 60. Вот когда у него разрешение на работу появится, чтобы у него 3,5 в кармане осталось. Да, значит, то есть это очень даже приличные деньги. Конечно, если он захочет жить в Сан-Франциско или тут вот где мы сейчас с вами там едем, ему будет маловато. То есть как бы совсем даже маловато, поскольку он за квартиру скромненькую отдаст там, допустим, пару тысяч в месяц. Вот, но он может гораздо лучшую квартиру за все про все, не то что там за 1500 в месяц, он может за 1000 в месяц, например, снять такую квартиру, скажем, в Сакраменто, там 2 часа езды отсюда. И, собственно, по всей территории страны это Сакраменто не дороже, чем, я не знаю, любое место, где бы ты ни был. Он так примерно, вот как вся страна. Теперь, когда вы решаете
где вы будете получать политическое убежище, все-таки существенный вопрос, чтобы тот офис иммиграционной службы, к которому вы относитесь, вот эта территория относится, чтобы это был такой офис, где народ хорошо получает вот это самое политическое убежище, потому что они по-разному, с разной статистикой это дают. И я бы не поехал туда, где еще дешевле, просто потому что там дешевле. А я бы все-таки смотрел из тех мест, которые дешевые, я бы брал то, где лучше дают политическое убежище, если у них в это все упирается. Поэтому, скажем, Сакраменто было бы вполне подходящим, потому что рядом Сан-Франциско, он будет идти по сан-францискому офису, нормально. Теперь, технологический ли город Сакраменто? Там много работы, в общем-то. Это не Сан-Франциско, это не Сан-Хосе, но там есть работа. И в данном случае его интересует не работа с разрешением на работу для него, а работа с разрешением на работу тех, кто там уже живет и кто мог бы, значит, у него там подучиться на разработку мобильных приложений и так далее. Тут я бы, как бы, знаете, личное мое мнение, как человека, который работает в образовательной сфере и который пропускает за год там несколько сотен таких студентов, которые хотят чему-то научиться, я хочу сказать, что он на этом вряд ли что-то заработает. То есть он может иметь за год, там, может быть, 2-3 ученика, но это не деньги, которые там заслуживают какого-то рассмотрения. Дело в том, что сегодня такая ситуация, что людей, которые, ну, не то что хотят, но вообще в состоянии чему-то учиться, этих людей очень мало. Потому что хорошая экономика, полно работы, и людей уж, которые уж прямо вот так и страдались, что они сейчас учиться пойдут, при этом они способны, в состоянии учиться и так далее. Просто, я не знаю, они, может быть, есть там в единичных каких-то количествах, но не так, чтобы там школу набить или там, допустим, стабильно иметь там 3-4 человека, которые у тебя на кухне сидят, и ты их учишь. Вот у нас намного более простая дисциплина, вот там тестирование. Я хочу сказать, ну, честно, вот стыдно даже говорить, что вот кто-то там, допустим, плохо там осваивает тестирование. Стыдно, потому что там осваивать-то нечего, но правда. Я сам поражаюсь, вот мы бьемся за какие-то азбучные истины, чтобы люди их как-то, ну, не постыдно разучили, чтобы они могли хоть что-то сказать об азбучных, совершенно истинах. Можно взять вот там восьмиклассников там, и они с удовольствием и легко это все освоят без проблем, что привыкли учиться, и там и мозги свежие, и так далее. И пятиклассников можно. Понимаете, поэтому, если вы хотите, чтобы человека научить разработке там Android-приложений, это я тогда не знаю, что за студент у вас такой должен быть. Но, может быть, он уже работает в IT, например, может быть, он работает там в тестировании, а хочет перейти, например, в разработку. Ну, вот, может быть, вот так что-то, ну я не знаю. Вот, поэтому я бы не ориентировался на эту часть сильно, потому что опыта преподавания у него нет. То есть сказать, что он в состоянии кого... Ну, не было сказано, что есть, да? Так я... Совершенно не очевидно, что он вообще в состоянии кого-то чему-то научить, да еще так, чтобы тот пошел и нашел работу. Понимаете, мало научить человека мобильной разработке, мало научить его там тестированию или там программированию на каком бы то ни было языке. Надо, чтобы он пошел и работу нашел. И я бы к Максиму не пошел, вот честно, да, потому что он не работает в американской индустрии, он не искал тут никогда работу, не проходил интервью. У него какие-то там есть удаленные там дела, но это не человек, который может сориентировать нормально на американском рынке. Поэтому, если моя цель – получение работы, я бы к нему не пошел. И другому бы тоже не советовал. Освоится, поживет, поработает, какой-то опыт приобретет, да, и как-то накат какой-то. Да, конечно, кто говорит, но вот так вот. У меня периодически возникают какие-нибудь люди там из Индии, там из Пакистана, в скайпе там, и говорят, вот давайте я буду у вас преподавать. Я говорю, как преподавать? Ну, говорит, у вас есть онлайновый класс, я же в онлайне могу преподавать. Я говорю, милый,
кто же это вот, живя в США и думая о том, чтобы найти работу в США, будет учиться там у какого-нибудь пакистанца или там какого-нибудь там бангалорца, я не знаю, который никогда не искал работу в США. Это абсолютный нонсенс. Они не понимают, они думают, что они могут оттуда учить вот этому. Они не могут. Поэтому идею о том, что он кого-то там обучит, я бы ее выкинул сразу, бесповоротно. Точно так же я бы выкинул убежденность в том, что нью-йоркский стартап будет с ним работать независимо ни от чего. И свои 3500 он всегда заработает. Это абсолютно ни на чем не основанное утверждение. То есть ему хочется верить, что это будет так. Но дело в том, что стартап нью-йоркский может завтра выйти из бизнеса, например. Это часто бывает. У них может там не быть денег. Они могут найти кого-то в Пакистане, кто будет это делать не за 3500, а за $800. Или в Нигерии. Я не знаю. Поэтому есть вещи, в которых нельзя быть уверенными. Я вот когда читаю, там, что я точно знаю, говорит он, что я точно знаю. Ты ничего точно не знаешь. И я не знаю точно ничего. И вообще ни один человек, который говорит, я точно знаю, ничего точно не знает. Ну вот разве что законы физики там какие-то. И так далее. Поэтому я бы здесь тоже был поосторожнее. Насчет того, что он может приехать и найти какой-то там удаленный контракт еще, и у него удвоится его зарплата. Я не знаю, он собирался найти еще раз на такие же деньги и делать два, или он собирался найти просто на намного большие деньги, но один. Я эту часть, честно сказать, не понял. Вот, но это тоже вилами по воде писано. Это все непонятно что. И самое главное, что ему не надо от этого зависеть. Вот эти 3500, которые у него есть, да, ему в принципе хватает. То есть в том же Сакраменто, если он за 1000 живет, в смысле проживает, а там дальше ему на питание на троих, ну я не знаю, ну $400, ну 500. Но у него же 2000-то еще осталось. Понимаете, у него много денег осталось. Теперь еще что? Я не понял, почему у него разрешение на работу появится через год, вместо того, чтобы появиться, допустим, там через 6-7 месяцев. Вот этой части я вообще не понял. То есть он приехал, там через месяц там подал свой кейс на политическое убежище. От этого момента пошел счетчик тикать, там, ну хорошо, ну прошло. Через 6 месяцев там он от этого момента получил разрешение на работу. Ну вот 6-7 месяцев, 7, ну хорошо, 7, но не год. Плюс его жена, которая с ребенком сидит, скорее всего, она сможет немножко подработать. Она сможет там, не знаю, взять еще ребеночка там, за ним присматривать. То есть какие-то такие заработки есть. Вот, поэтому я не вижу вот такого накала и такой остроты ситуации, что ему не хватит денег там в Америке вот этих и как-то он должен на двух работах, на трех работах, еще студентов каких-то себе найти там и так далее. Я даже думаю, что найти себе учеников, наверное, проще, если он это в онлайне будет делать. Вы можете сказать, а как в онлайне, допустим, обучать там, ну, там программированию? Ну, обучают люди, никаких проблем нет с этим делом. То есть те, кто умеет, и те, кто хочет, и те, кто старается, прекрасно обучают и обучаются онлайн. Можно в скайпе там вести эти уроки. То есть ему для этого не надо жить в таком месте, где есть такие люди. Ему достаточно предлагать свои услуги тем, кто хочет научиться. И желающие научиться могут совершенно не обязательно жить в таком месте, где есть работа. Они могут жить в таком месте, где работы нет, но они при этом готовы переехать куда-то, где работа, туда, где работа есть. Поэтому вот эту часть я бы совсем исключил из рассмотрения. И помимо вот чисто материальной стороны, на которой сейчас мы видим основной фокус у Максима, вот, я бы все-таки больший приоритет отдал тому, чтобы тот офис иммиграционной службы, к которому он будет там относиться, чтобы вот в этом офисе были повыше шансы там, с получением политического убежища. Я бы на его месте заранее, например, озаботился с тем, с каким адвокатом он пойдет. Потому что если место его идеально устраивает, но, скажем, адвоката у него нет такого, ну вот,
проверенного, то есть по рекомендациям там, от людей, заслуживающих доверия там, и так далее. Если такого нет, если он с ним заранее не переговорил, не договорился, что он едет там и так далее, я бы на его месте вообще не обращал никакого внимания на то, почем там стоит жилье. Потому что ему туда лучше не ехать. И ничего хуже быть не может, чем связаться с кем-то, кто нездоров, помогать народу по части политического убежища, а он его хочет получить, да? Вот. Есть масса таких, знаете, они в любом бизнесе. И адвокаты такие есть, и врачи такие есть, и риэлторы такие есть. Ты пришел, ты сказал что-то, он тебе бумажку заполнил, бабки взял и пошел. И у него абсолютно ничего не шелохнулось. Знаете, как в стихах у Маяковского о советском паспорте, да? И не повернув головы качан, и чувств никаких не изведав, берут... забыл там что-то, не моргнув паспорта датчан и разных прочих шведов. Вот и вот они также ваш кейс также пропустят, не моргнув, и все. И что с вами будет, всем наплевать. Не повернут головы качан. Поэтому начните с того, чтобы там голова была, а не качан. И чтобы люди были правильные, тогда все остальное уже приложится. Вот я бы все-таки лошадку-то вперед поставил, а уже тележку сзади. Вот. Ну и конечно, 3500 кишаком это очень-очень приличные деньги абсолютно по всей территории Соединенных Штатов, за исключением парочки таких достаточно дорогих мест. Вы можете в Нью-Йорк поехать, кстати. Вот уж где действительно и работы полно любой, и адвокаты есть хорошие, и как бы во всех отношениях удобно. И жилье есть подешевле. То есть там есть дорогие места, а есть совсем, совсем дешевые. Тоже есть. Я не знаю, насколько вам понравится в тамошних совсем дешевых, но это отдельный разговор. Это может быть пригород Нью-Йорк и так далее. Но там действительно там тусовка колоссальная. Может быть так. Так что такие мои соображения. Давайте мы, друзья, пожелаем успехов Максиму, его жене и ребеночку. И я хочу выразить уверенность, что если человек вот так взял и стал там разработчиком мобильных приложений, то я думаю, ему многое под силу. И я в этом плане как бы с одной стороны желаю успеха, а с другой стороны хочу выразить уверенность, что у него и эта задача тоже легко решится. Вот. И если мы с ним, допустим, не совпали в каких-то оценках, ну, например, там год ему нужен или 7-8 месяцев на получение разрешения на работу, видимо, у него есть какие-то соображения. Например, допустим, что вот он приедет, ему надо машину обязательно купить, и тогда у него не будет там 6 там, тысяч, 7 тысяч на иммиграционного адвоката, поэтому он должен сначала поднакопить, а потом пойти. То есть, может быть, просто у него какой-то свой расчет, и расчет может быть очень правильным при этом. Это я так из общих соображений, он-то больше конкретики знает, тем более о планах-то, о своих. Вот. Так что я думаю, что там все будет очень здорово. И тем временем мы прибыли к нашему офису. Ну, давайте глянем, если там паркинг есть. О, ты, ё-моё. Какая здоровенная дурень-то стоит. Смотри. А паркинг-то есть? Паркинг-то есть. Опа-на. Заезжаем. Вот. И мы с вами, друзья. Ну, давайте, раз я уже тут встал. Я тогда культурненько так развернусь. Лицом к народу. И скажу, народ... Скажу лицом к народу, всем хорошего дня, а я пошел на работу. Счастливо!